Морской бой – это сервер в GTA сам, но необычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов реплик. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное, на сервере нету доната, вообще никакого, поэтому если интересно, то вся информация в описании. И снова я обсуждаю новость с Black Rush. Давайте приступим ко всему этому. Потому что, типа, ну, да, почему нет? Типа, я хочу вот обсудить новость. Я как бы ее, ну, обсуждаю. Это логично, вполне. Разве нет? Ладно, неважно. Новый жилой комплекс видный на Black Rush. Уже забронировали себе квартирку? И вот тут, как вы понимаете, ну, аналогия обычная. Даже если посмотреть в какие-нибудь там комментарии в том же самом Life Mobile или где-нибудь там еще, то сразу чуваки такие, типа, блин, а есть некоторое такое, знаете, сходство с башнями-близнецами. На Black Rush же есть самолеты, да? Вот, и там чуваки отправляют вот эти вот все картинки страшные, на которых там взрывы, вот эти вот все башни, они горят, там вот это вот все происходит. Вообще, жилой комплекс называется видный, наверное, потому что башни высокие, их видно вообще отовсюду. И вот понимаете, в чем дело? Я немного побегав по всей вот этой вот Black Rush, я вообще офигеваю с того, насколько большая у них карта. То есть, вот сейчас я вижу этот скриншот, но я не понимаю, где находится это место. То есть, я вообще абсолютно точно без понятия. Это какой-то ужас, это какой-то просто, как они переделали всю эту карту так, что люди даже не знают, где они могут находиться, и где вообще могут находиться все эти жилые комплексы, жилые вот эти вот все центры, что, откуда, почему, зачем, никто на эти вопросы, разумеется, не отвечает, а это стоило бы сделать, потому что вот я прям смотрю, я думаю, блин, вот квартиру куда купить, конечно, хочется, она, правда, вот стоит, наверное, там миллиарды, миллионы доната и вообще рублей, и вообще долларов вот этих вот с Black Rush. И тем не менее, типа, квартирку купить было бы, разумеется, очень так, знаете, даже ли вот неплохо. Я бы такой даже, о, квартира на Black Rush, можно так, знаете, ни в чем себе не отказывать. Я, правда, еще не знаю, можно ли купить машину себе без квартиры, или для этого обязательно нужен какой-то вот жилой вот этот вот весь комплекс, все вот эти прочие вещи, типа, не особо понятно, то есть, как вся эта тема происходит на Black Rush. Однако тут давайте вот сделаем обзор. Мы видим то, что слева есть такая, знаете, башня, и у нее есть такой, типа, я так понимаю, это для парковки или вроде того, или это первый этаж для вообще таких, знаете, холопов вроде того. Блин, вот интересно было бы посмотреть, как все это выглядит внутри, потому что я сейчас на все это смотрю и такой, блин, а оно как бы, ну, так, знаете ли, вид имеет, можно вот как-то так все это сказать, потому что я смотрю, я такой, ага, ага, ну, то есть, ну, классно же выглядит, безусловно, круто, замечательно, отлично просто. Иди, я смотрю вот так. Ну, ладно. И вот где все это находится, я не понимаю. То есть, я уже сколько пытаюсь все это рассмотреть, где. То есть, это какой-то отдельный полуостров построен для всего вот этого жилого комплекса или что? Или, возможно, люди, которые играют во всю эту Black Rush больше меня, они, может быть, мне как-то за все это пояснят, где все это находится и где все это вообще можно найти, потому что лично я на все это смотрю и особо не понимаю вообще, что, типа, где, откуда, почему. То есть, обычно карта, там, знаете, КРМП, вот этих вот всех проектов и на компьютере, и на телефон, она такая обычная. Там вот эти вот все лесистые местности, поля, леса, луга, все прочее. И, типа, ну вот смотришь на все это, ну, типа, ну, ладно, типа, КРМП как КРМП. А сейчас на все это смотришь и просто такой, типа, ну, типа, КРМП, как КРМП в целом. Ну, как бы, неплохо, да, разумеется. Было бы неплохо посмотреть, как весь этот жилой комплекс, он выглядит изнутри, и что вообще он будет из себя там представлять, однако я думаю, что мы все это сделать еще успеем. Поэтому, ну, что я могу сказать, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, и поэтому, как бы, ну, всем вот всего хорошего, заходите на Black Rush, все ссылки, все промокоды, все прочие вещи, они есть в описании данного видеоролика, вводите, получайте свои привилегии, плюшки и вообще все прочие лакомства, которые вам, возможно, будут нужны во время вашего игрового процесса.
как бы заходите. Вот, и... Ну, что я еще могу сказать? Новый ролик завтра же, вот, в 20:00, либо немного попозже. Все, то есть все. Если вы знаете, где все это находится, то, разумеется, напишите в комментарии, мне будет немного, так знаете, поспокойнее на душе, потому что я все это буду знать, и такой, ага, ну я все это знаю, значит, мне, типа, ничего не угрожает в моей жизни опасность. Все, всем спасибо, и пока, и до свидания. И еще раз пока.